Похоть — это не просто влечение к противоположному полу. Шопинг — это тоже похоть. Вам нужно идти к чему-то. Только тогда ваша жизнь будет полноценной. Каждое желание — это похоть. Так как ваша похоть, жаждущая природа, никогда не находилась вовне, она находится внутри. Вожделение — это нечто, что создает в вас ощущение незавершенности и стремления к чему-то. Эти два глаза могут воспринимать только физический мир. Вы не хотите смотреть в лицо, и поэтому называете похоть любовью. Потому что вам нужна некоторая эстетика. Так где же возникает похоть? Внутри вас. Желание не появляется снаружи. Желание приходит не потому, что где-то там сидит красивая женщина или красивый мужчина. Потому что желание внутри вас, что ваша похоть, ваша жаждущая природа, никогда не появлялась извне. Она возникает только изнутри. Похоть, которая по сути означает, что в вас имеются некоторые черты, которые заставляют вас чувствовать себя незавершенными. Так что вы думаете, что достигнете завершенности только идя к чему-то или к кому-то. Похоть — это не просто влечение к противоположному полу. Вам нужно идти к чему-то. Только тогда ваша жизнь будет полноценной. Каждое желание — это похоть. Вы не можете существовать без этого. Я хочу это, потому что только тогда, когда оно у меня будет, я стану полноценным. Это может быть вещь, положение, власть, сексуальность, неважно, что это такое. По сути, похоть создает в вас чувство незавершенности и стремления к чему-то. Она заставляет вас чувствовать, что если у вас этого нет, вы неполноценны. Все, что вы знаете как себя, должно умереть. Когда я говорю «смерть», речь идет не о физической смерти. Дело в том, чтобы потерять все, что вы сейчас знаете как себя. Свою личность, свою индивидуальность. Как только вы научитесь быть индивидуумом, вне физиологических и психологических ограничений, это будет значить, что вы вечный.